Газу больше давай, она не будет пилить, если газу не дать. Как приятно смотреть, когда другие работают. Привет. Пришла помочь? Да, нет. Да. Такие молодцы, работает тут вообще. Да. У вас прям, я смотрю, хорошо все получается. У нас все дома сидит, сериалы смотрит, нам не помогает. Что тут помогает? Тут я посмотрела, кучка маленькая. Запилила пилу хоть раз? Да, в детстве. Этой дружбой? Да. Все серьезно? Да, дедушка давал. Давай. Серьезно тебе говорю, а что, правда? Да, с дедушкой. Да, она весит килограмм 100, блин. Все, я пилила, он раскалывал, бабушка складывала. А вы не можете трубить, когда не влезает никуда? Все, я думаю, опыт не это. Девушка, так что-то близко подходите. Так нет, я здесь. Что? Пилила. Да, говорю, в деревне с дедом пилили. Хорошо в деревне летом. Да, пристает. Девушка, давай. Отдавай? Чего мне отдавать-то? Да нет. Чего мне отдавать? Блин, мне даже интересно. Чего? Ну так. Давай, попробуй отпилить что-нибудь. Сможешь завести пилу вообще? Так. Это я аж растерялась, Коль, не знаю. Давай, заведи ее. Сейчас заведу. Только мам шлем одену. Че, я не супервумен, что ли? Ну давай, приколимся. Чего? На, заводи пилу. Да, Коль, я... Не, ну про деревню не пошутила. Короче. Не, я уже ничего не помню, как это было. Подсос. Ага. Дождик начинается. Дождик начинается. Я, говорит, подсос главное слово, мам, запомни. О, дождь такой. Смотри, даже дождь пошел, Коль. Что-то она не заводит. Да? Ну, да, конечно. А что за прикол? О, а ты чего, чтобы я ее завела? Не страшно? Ты ну, что, сможешь? Что, завести? Да. Да смогу легко, что мне? Что мне стоит дом построить? Чего? Даже страшно как-то тебе давать, если честно. Да. Мам, одень шлем. Сейчас я знаю, что сделаю. Что? Я шлем, говорит, мама, одень. Сейчас я знаю, что сделаю. Так, где у меня тут... Это была шутка, ничего я никогда не пилила. Сейчас проверим, как Ольга заводит пилу. Сделаем, конечно, все безопасно. Ай, такой вообще молодец, сразу подхватил, давай, заводи, пили. Ты уже сказала. Вообще молодец. Как понять, все безопасно. Ну, чтобы мама не поранилась, в случае чего. Как учатся заводить пилы ее, вот те, кто не умеет? Те, кто их никогда не заводил. Не, ну а что, в этой жизни надо все попробовать. Конечно. Ну, дрова я уже колоть умею. Ого, как умеешь. Пилу заводить тоже. Вот не знаю, что бы еще попробовать. Хорошо, что никто не видит моего выражения лица идиотского. Сейчас будет видно. Все? Коль. Все, пожалуйста. Чего делать-то? Бери пилу и заводи. Давай. Сказала, умеешь. Это умею. Ну? Его надо делать-то. Коль, там у дедушки была такая большая, там дернули. Так, подожди, у меня перчатки где-то есть, подожди, на. Слышишь, что говорю? На. Девушка была не такая, большая. Вот так дернул, все завелось. Давай, там еще и стартер отдельно прикреплялся. Так, Шарлотта, подожди. Не, про девушку про пилу я не шучу, кстати. А вот сейчас мне... Давай, что по приколу. Да, я, кстати, вот, не знаю, пошел. Видно было, нет, я снял цепь, чтобы... А что ты снял-то? Давай, ты хотя бы так мне покажи. А что делать-то надо? Я уже так, давай по-простому покажу. Так, у тебя здесь все включено. Ставь ногу сюда. Левую. Вот.
руку сюда одну бери, а вот этой вот эту дергай. А когда заведется, что ничего, делать? Потом руки возьмешь, давай. А как ее надо заглушить? Давай, я покажу все. Давай заводи. Да, Коля, давай. Да я шучу. Давай. Так, ты правша левша у нас? Правша. Дождь идет вообще сильно. Дождь вообще конкретно. Ева, отходи, сейчас будет. Да, мам, ты не понял. Опасно для жизни. Давай. И дергай. Дергай сильно. Сильнее. Сильно. Сильно. Сильнее. Сильнее до конца. Сильнее до конца. Да ой, что ты делаешь-то? Сильнее, сильно дерни прям. Все, силы нет. Раньше давай, бабушка да. Хорошо меня кормила. Давай, давай, давай. Сильно, он прям до самого верха, понимаешь? Говорила, все умеет. Пробуй. Раз, два, три. Да сильно вообще. Да куда сильно-то вообще? Да как... Короче, возьми в руку тогда. Короче, у тебя плохая пила, неправильная. Вот смотри, ну. Ты вот ты держишь, да. Ногой держишь, вот, смотри. Вот так заводить надо. Вот, сильно вообще дерни, блин. Один раз сильно дернуть, ну, и все. Да сильнее. Да, подними чуть выше. Вот, да. И теперь дергайся все силы. Давай. Да как так? У тебя сил, что ли, нету? А нельзя другой рукой? Можно другой. А как сделать, чтобы другой? Вот так резко. Вот эту ногу сюда поставь. Резко вам прям резко. Ну так, резко. Держи, вот это идет. Резко. Давай. О, почти получилось. Сильней. Раз сильно. Раз сильно, один раз. Да как сильно-то? Мама, резко надо было поставить. Да, девочка, а ты... можешь вот так вот, смотри. Девочка, подержи камеру. Вот так ровненько держи. Слушай, это вообще, я так поняла, в общем, пилить это еще вот походу полбить. Вот, вот так можешь, смотри, вот. Взять, смотри, пилу. Коль, вот. Соседи никто не видит. Никто да? Не видит, ничего страшного себе. Вот держишь пилу, вот так вот, смотри. Держишь эту, и потом вот так вот пилу кинуть. Вот. Ну это кому так тяжело, например, вот так вот тяжело заводить, но. Вот, заводится вот так вот. Просто вот ты держишь ее на этой и на этой, и кидаешь ее. Это, да, и она это как и держится у тебя в руке. Держи. Ну. Елочка. Вот так, да? Елочка. Да, и кидай вниз. Ты пилу кидай вниз как да бы. Да я кидаю ее. Давай. Ну ты, я ж тебе показывал сейчас ровно. Пила у тебя какая-то неправильная. Давай. Нет, вот так вот. Ну так у тебя получится, у тебя уже почти получалось. Давай. Как, так да. Получилось? Да. Ладно, я сейчас еще раз так. Давайте, заведешь пилу, я тебе покупаю компьютер новый. Давай. Заведешь, честно покупаю, прямо сегодня. Правда? Да. Я сейчас не только пилу заведу. Ну. Сейчас сыра заведешь. Нет, я буду стараться. Правую ногу ставь лучше. Да. Чего, да? Где наши не пропадали? Давай, со всей силы. Фу. Мама, я остановилась. Ну, давай я тебе чуть-чуть вот надо... помогу. Нет, не надо. Ну смотри, надо, я тебе просто, вот смотри, она у тебя сейчас стоит здесь, да, ты держишь, вот. Вот, смотри. Вот, вот, стоит. Да я объясню маме на девчачьем языке. Мама, ну-ка сырок и давай. Давай. Шарлотта, место. Знаешь, мама, очень быстро, то есть резко прям, резко прям. Нет, ну честно, со стороны выглядит вообще ерунда полная. Завел и пили вообще. Но... Ни ума не надо много, ни сил. Давай, попробуй. Ну я так думала. Девочка, отойди, пожалуйста. А косыра. Раз, два, три. Нет, да? Сильнее. Может, тут какая-то еще технология? Никакой есть? Технологии, просто право. Нет, ну а как вот мужики послабее заводят? Нет таких мужиков слабых, как ты. Да? Ты единственный мужик такой слабый. Единственный мужик такой слабый, что я не поняла, правда. Нет, что, реально все так любой мужик хоп и завел, да? Да, да, да. Ну это такая уже долгая история получается про завод пилы. Давай уже заведи и все. Так если не заводится? Сильней! Да куда сильней? Ему надо крутануться раз. А так можно? Можно. Да, резко, просто резко. Резко один раз. Газуй! А теперь пили! А там это нету.
Попробуй пили так. Пили. Между ними, да. Между. Между. Давай. Давай, газуй. Газуй резко. Газу, газу больше. Еще. Давай эти. Газу больше давай, она не будет пилить, если газу не дать. Давай. Следующее. Давай, давай. Отлично. Давай опять. Молодец. Перед тем, как заглушить, надо газу много дать. Да. Да. Все, молодец. Ну что, могу Ольге поставить лайк, и вы поставьте, не забудьте. Слышь, какой молодец. Лайк, компьютер. Вообще молодец, завела пилу. А блин. Я смогу. Нет, девочка, ты потом подрастешь, папа тебя научит. Ладно, всем пока. Всем пока. Пока-пока. Подписывайтесь пока. На канал. И ставьте лайк. Да. Пробила перчатку. Покажи, покажи. Патронами стреляешь. Ладно, все, всем пока.